вам необходимо собрать деньги для чего-то важного, того, о чем вы давно мечтали, но не было денег, возможно, вы слышали о новом термине – краудфандинг. Это слово часто звучит по телевизору и встречается в газетах. Такие же, как вы, люди используют его, чтобы собрать деньги для самых различных целей и нужд. Самые уважаемые и крупные издания пишут и говорят в позитивном ключе о краудфандинге. Например, The Wall Street Journal, The New York Times, Forbes даже назвал краудфандинг следующий большой тренд. Почти любой телеканал или газета тоже говорят о краудфандинге или народном финансировании. Возможно, вы слышали о таких проектах. Например, о финансировании приюта для животных «Мокрый нос». Посмотрите, собрано более 5 миллионов рублей, и сейчас в приюте проживает более 200 животных. Приют расположен в 30 километрах от Москвы. Еще одна история связана с выпуском мультфильмов. Гарри Бардин выпустил несколько мультфильмов, и их профинансировали простые люди. На этот проект собрано более 6 миллионов рублей. Теперь автор снимает новый мультфильм. Все это краудфандинг. Но не обязательно цель должна быть социальной. Краудфандинг способен также помочь в осуществлении бизнес-идей. Например, для создания обучающего диска. На эти цели люди тоже готовы жертвовать деньги. При таком изобилии задач, которые помогает решить краудфандинг, в нашей системе открываются огромные возможности для того, чтобы построить ваш дом, отремонтировать квартиру, купить новый автомобиль, погасить долг по ипотеке, обучить ваших детей. Вы сможете помочь любимой футбольной команде, построить приют для животных, построить летний лагерь для детей и тому подобное. Краудфандинг уже был использован для решения таких задач, которые вы только можете себе представить. Самое смешное, что он решил задачи, которые вы даже не можете себе представить. Сегодня в интернете существует более 500 платформ для краудфандинга. Некоторые из них фокусируются на определенном классе задач, например, на недвижимости или разработке видеоигр. Есть даже такие платформы, которые просто помогают молодоженам поехать в свадебное путешествие и занимаются только этим. Но у всех традиционных платформ есть один существенный недостаток. Все краудфандинговые платформы используют модель просителя. Это выглядит как: «Дайте, пожалуйста, деньги на то, что важно для меня». Это ставит вас в положение, когда вы либо нищий попрошайка, либо продавец дешевого товара. Конечно, это звучит пугающе. Вот некоторые вещи, которые обычно делают люди, чтобы собрать средства для решения своих проблем или задач. Они ставят в магазине корзину для пожертвований, либо маленький столик, где продают мелочевку. Средства от продажи которой пойдут на благое дело. Иногда они ходят по домам и просят пожертвовать на общее дело. Пристают на улице с тем же вопросом: «Пожертвуйте, пожалуйста». И все в таком же духе. Даже использование современных интернет-платформ для краудфандинга выглядит так же. Вы просите деньги, чтобы решить свои задачи. Или по другому методу, вы просите что-то купить, поясняя, что собранные средства пойдут на благое дело. И такая модель действительно работает. Собирать средства для благих дел – отличная идея, но в действительности она очень сложна и отнимает массу времени. Ведь вместо попрошайки или продавца мелочевки у нас существует другая, мощная и эффективная альтернатива. Вы становитесь поставщиком решения. Это абсолютно новый путь для сбора средств. И сейчас вы поймете очевидную простоту и уникальность нашего решения. Уверен, вы согласитесь с тем, что в нашем мире намного больше людей, которым нужны деньги, и значительно меньше людей, которые желают дать деньги. Это сущая правда, не так ли? С этим невозможно спорить, потому что это так и есть. Чему нас всех всегда учили? Какой ключевой фактор успеха? Найди проблему и реши ее. Именно это мы и делаем. Да, друзья мои, именно так. Это то, что делает нас существенно лучше по сравнению с другими платформами для краудфандинга. Вместо того, чтобы продавать мелочевку или, что еще хуже, просить людей дать вам деньги, мы идем и ищем людей, которым нужны деньги, и предлагаем им решение. И в процессе их присоединения к нашему сообществу вы получаете пожертвования на ваш проект. Любой человек, который захочет стать частью нашего сообщества, абсолютно не обязан ничего платить. Но они могут добровольно сделать небольшое пожертвование на проект того человека, который их пригласил. Пожертвование может быть в пределах от 50 до 200 долларов. И это все. Больше никогда не придется платить из своего кармана. Это разовое добровольное пожертвование. Когда кто-то делает добровольное пожертвование на ваш проект, вы получаете все 100% от него. Никаких скрытых комиссий или платежей. Если вы получили пожертвование в размере 200 долларов,
вы забираете все $200. Получаете 10 пожертвований в неделю, значит, получаете $2000 в неделю на ваш проект. И это только начало. Ведь мы создали революционную формулу распределения пожертвований, которая многократно увеличит сумму средств, которую вы получаете. Она работает как мощный рычаг, позволяя вам быстро собрать средства. По сути, мы умножаем число людей, которые дают вам деньги. Это абсолютно уникально. Вам никогда не придется платить даже $1 в нашей системе, потому что вы уже будете ее составляющей. Это самофинансируемая система, которая позволит вам собрать любое количество денег, которые вы пожелаете. Это работает по такому же принципу, по которому работают огромные организации, получающие пожертвования. Например, благотворительные фонды. У них всегда есть две составляющие – цель пожертвований и административные расходы. Точно так же и у вас могут быть административные расходы. Часть денег вы можете снимать для ежедневных расходов на проживание. Вот основные преимущества и отличия нашей системы по сравнению с другими существующими платформами для краудфандинга. Первое. Все 100% средств, отданных на проект, остаются держателю проекта. Нет комиссий. Все другие платформы берут от 3 до 8% при выводе собранных средств. Таким образом, если вы соберете $100 000, вам придется положить в чужой карман от 3 до 8 долларов. И я не понимаю, за что? Ведь все средства привлечены вашими усилиями. Второе. У нас нет ограничений по суммам и срокам сбора средств. На многих платформах, если вы собираете $100 000, но вам удалось собрать только 85 тысяч, то вам просто не выплатят эти деньги, и вы не получите абсолютно ничего. Мы не играем в такие странные игры. Еще раз. Все 100% денег остаются в проекте и достаются его владельцу. Нет никаких лимитов по суммам и срокам. И самое главное преимущество, которое отличает нашу систему от подобных, это то, как мы решаем огромную проблему, которая стоит перед каждым человеком. Правда состоит в том, что абсолютное большинство людей разочаровываются в традиционном краудфандинге и просто теряют много времени. Дело в том, что простой человек не является специалистом в рекламе и маркетинге, и он просто не способен самостоятельно привлечь достаточно внимания к своему проекту. И проигрывает. Такие люди сетуют, что вот если бы у них за спиной стояла огромная маркетинговая машина, можно было бы дать массовую рекламу. А в одиночку это практически нереально сделать. Смотрите, чтобы собрать $100 000, вам нужно найти 2000 человек, которые добровольно согласятся дать вам по $50. Не знаю, как вам, но для меня это точно непосильная задача. Это просто нереально. С другой стороны, наша система устроена иначе. Она использует уникальную стратегию, которая отлично работает для большинства наших участников. Эта стратегия проста и приемлема для большинства людей на планете Земля. Она работает так же, как любая интересная информация становится популярной в интернете. Это называют «от человека к человеку». Помните те смешные видео на YouTube с кошечками? Нескольким людям понравились эти ролики. Они поделились с друзьями. Те поделились со своими друзьями. И снежный ком пошел. Видео набирает миллионы просмотров за пару дней. Помните Ice Bucket Challenge? Это тоже был сбор средств для людей, которые больны ALS. Проблема была в том, что сбор средств быстро начался, быстро набрал обороты и также быстро закончился. Мы построили платформу мирового уровня для краудфандинга с потрясающей стабильностью и устойчивостью. Сейчас мы растем бешеными темпами по всему миру, с потрясающей активностью в Европе, Южной Корее, Индии, Филиппинах, США, России, Украине и Казахстане. Эта презентация является частью интегрированной маркетинговой системы, которую мы создали для вас, чтобы вы покорили мир. Вам не нужно быть хорошим оратором, даже не нужно быть маркетологом и рекламщиком. Мы сделали всю тяжелую работу за вас. Все, что вам придется делать, это делиться хорошими новостями. Это делает весь процесс приятным, простым и увлекательным. У каждого есть пара знакомых, которым нужны деньги для чего-то очень значимого для них. Просто предложите им посмотреть наши короткие видео, и наша система сделает все остальное. Так же, как она сделает это сейчас с вами. Любой сможет сделать это. Да, даже вы. Предложите решение нескольким людям, которые в нем нуждаются. И в процессе вы получите деньги на то, что важно для вас. Не существует ничего лучше, чем это. Хорошо, я хочу пожертвовать. Что мне делать? Поздравляем! Вы приняли решение участвовать в нашем сообществе и получать пожертвования. С чего же начать? Что нужно будет делать?
Хорошие новости состоят в том, что есть всего три простых шага, которые нужно выполнить. Чтобы начать получать огромный поток денег на ваш важный проект, вашу мечту, нужно всего лишь выполнить три маленьких простых шага. И эти шаги может сделать любой человек, даже вы. И это можно сделать прямо сейчас, не откладывая. Запускайте процесс получения финансирования на свой проект в таком объеме, который вам нужен. Да, все правильно. Вы можете начать прямо сейчас, без ожидания неделями или месяцами. Конечно же, найдутся люди, которые скептически отнесутся к нашему предложению. Ведь нужно все разложить по полочкам, проанализировать, просчитать математику, спросить гуру и все такое прочее. Им нужно понимать каждую деталь, каждый момент и каждую запятую в системе, прежде чем они хоть что-то сделают. К сожалению, мы с вами не можем помочь таким людям. Они обречены анализировать и ничего не делать. Обычно они остаются на одном месте, постоянно пытаясь проанализировать суть вещей, в то время, когда все остальные добиваются успеха. Просто не будьте такими несчастными людьми сами. Очень скоро вы сами все поймете и получите столько денег, сколько вам необходимо для реализации вашей мечты. Неужели это не то, чего вы хотите? Вот ваши три простых шага. Зарегистрируйтесь, пожертвуйте, покажите друзьям. Да, это все, что нужно делать. Давай шаг. Пожертвовать. Помните, вам нужно делать то, что вы хотели бы, чтобы делали другие. Что вы хотите, чтобы делали другие? Правильно. Вы хотите, чтобы другие люди финансировали ваш проект, вашу мечту. Наша система строится на простых и очевидных истинах. Это основополагающие законы мироздания. Если вы хотите собрать урожай, посадите семена. Вы должны отдать, прежде чем получить. Я никогда не забуду историю, когда пожилой человек холодным зимним вечером заявил, глядя в пустой камин. «Эй ты, камин, дай мне сначала тепло, а потом я положу в тебя дрова». Эх, грустная история, правда? Но вы будете удивлены, сколько людей в нашем мире идут по жизни с той же моделью поведения. Они ждут, что им кто-то что-то даст, и лишь потом они согласны отдать. Вы можете начать с любой приемлемой для вас суммы пожертвования – $50 или $200. Но мы рекомендуем пожертвовать именно $200. Вы ведь хотите, чтобы другие также отдавали в виде пожертвований на ваш проект именно по 200, а не по $50. Так почему же самим не сделать то же самое? Когда другие участники нашей системы жертвуют на ваш проект $200, вы получаете все 100%. Таким образом, вы получаете по $200 с каждого пожертвования. Это действительно важно. В соответствии с правилами нашего сообщества, если вы хотите получать больше пожертвований от постоянно возрастающего числа участников нашей сети, вам необходимо сначала профинансировать свои этажи. Если вы на первом этаже, то максимальное пожертвование от участников не может превышать $200. Но вы помните, что наша система полностью самофинансируемая. Но вам нужно все сделать правильно, и вам никогда не придется добавлять в систему ни единого цента. Это точно. Вы просто будете использовать часть денег, что вы получили на ваш проект, для движения по ступеням и этажам. Движение по этажам – это требование к участникам сообщества для того, чтобы получать все большие и большие пожертвования на ваш проект. По формуле 50-25-25. Помните историю с камином? Подкиньте дров, если вы хотите согреться. Покажите друзьям. Это звучит просто, это действительно просто, и это третий шаг. Третий шаг – это рассказать друзьям, которые хотят реализовать свои мечты. Это так просто. Просто рассказать, как можно получить неограниченное количество денег для реализации их заветной мечты. Вы просто делитесь хорошими новостями. Теперь у вас есть решение для всех людей, которые хотят получить деньги для реализации своей мечты. В отличие от других краудфандинговых платформ, где все говорят приблизительно так. «Эй, посмотрите на мой важный проект и дайте мне денег». Наш подход кардинально отличается. Отличается на 180 градусов. Вместо того, чтобы просить людей профинансировать наш проект, мы показываем людям, как они могут получить деньги на что-то важное для них. Идите и помогите другим решить сначала их проблемы, и вы однозначно добьетесь успеха. Вокруг вас очень много людей, которые нуждаются в деньгах, на что-то важное для них. Количество людей и разнообразие их желаний очень сильно удивят вас. Все, что нужно делать, просто начать движение в этом направлении и спрашивать людей, что им нужно. Узнавать, чего хотят, о чем мечтают. Вот ваши три шага. Зарегистрируйтесь, пожертвуйте, покажите друзьям. Согласитесь, все, что вы сейчас узнали, просто и легко. Абсолютно любой человек сможет сделать эти простые три шага. Запомните, ваш успех
не зависит от типа вашего проекта и его оформления. В нашем сообществе все построено на том, что вы показываете другим людям, как они могут удовлетворить свои финансовые потребности. Все построено именно на том, о чем сказал великий человек Зиг Зиглар. Вы будете иметь все, что захотите, если поможете достаточному количеству людей достичь того, чего хотят они. Выполните шаг 1 и шаг 2 прямо сейчас. А потом начните распространять и делиться хорошими новостями. В этом мире множество людей, которые очень хотят услышать такие новости от вас. Отнеситесь к этому серьезно, и вас захлестнет волна пожертвований на ваш проект.